колдунья по имени Барбара собирает в себе нечистую силу, переворачивает все вверх дном и устраивает шабаш! Принесло тюлечись миску, эй, давай наяривай, бей быстрее бабки, ёшки, зубы заговаривай. А минские-то мужики хорошеют и хорошеют с каждой рюмкой. Ну что, нечисть, кто чего натворил? А я вот замуж вышла. Конечно, не такая масштабная гадость, но жизнь одному человеку точно испортила. Ей-богу! Родненькая сказка. Жила-была мертвая царевна. А я вообще не понимаю, почему люди смерти боятся, ведь она бывает еще и романтическая. В моей душе покоя нет, везде я жду кого-то. Встречаю я рассвет, и все из-за кого. Чего загрустили? Вспомните, мы же на 8 марта захватили власть в городе в свои руки. Сегодня праздник будет час. Центральный парк страдает. Фонтанов женское белье. Десантники стирают. И бьют девчонки ОМОН. Сторонки золотых у тупов теребят. На 8 марта бывает, что весь год мужики не хотят. Опачки! И где это мы шлялись? И что это у нас ботиночки все помадят? Что? Опять по бабам ходил? Раньше у меня было все. Шикарная вилла, 4 машины, престижная работа за границей. Но потом я встал на ворота сборной Швеции по хоккею. Очень жаль. Да, нагнали мы страху на Олимпиаде. У меня аж... гемоглобин в крови повысился. А появление новой европейской валюты не прошло мимо КВНщиков. Играйте в новом сезоне в Евролиге. А сейчас мы бы должны были, конечно, сами петь финальную песню. Но мы-то с вами нечистая сила. Вот так вот! Йо-й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 о! Читайте на билетах! Приехала команда! Потом вновь играет! На кустах и в хоккей! Еще одна играет! Во все, что предлагает! И в